Это начало соревновательного года для Харькова. И уже на первом турнире большое количество спортсменов принимают участие. Очень высокие результаты. Как всегда, огромное количество рекордов в уже прошедших дисциплинах. И ожидаем объновления рекордной сетки в подъеме штанги на бицепс. Соревнования, по которым мы только что начались. Сильнейшие спортсмены, рекордсмены Европы, мира, чемпионы мира принимают участие. Стоит отметить рекорд Украины в весовой категории до 82,5 кг, установленный Гайнуллиным Дмитрием, 290 кг. И обновление абсолютного рекорда Украины Федерации, 360 кг, потянул Владислав Кривоконев, весовая категория, до 140 кг. Благодаря нашим спонсорам на этом турнире будет призовой фонд денежный в подъеме штанги на бицепс, как в абсолютном зачете, так и за максимально показанный результат подъеме штанги на бицепс среди мужчин. Хочу выразить огромную благодарность спортивному клубу «Топ Тренинг» за предоставленное помещение, за то, что руководство этого клуба всячески способствует развитию спорта в регионе, помогает в проведении соревнований, помогает в подготовке спортсменов. Благодаря таким людям держится спорт в Украине сейчас. Сегодня соревнования Федерации РАФ 100% нашей Харьковской. И когда имею возможность, обязательно выступаю на этом турнире. Вот, тем более тренируюсь в зале Петра Тищенко, организатора данных соревнований. Вот, собственно, сегодня и выступил. Обновил свой же рекорд Федерации, потянул 360 кг. В принципе, результатом доволен, потому что подготовку начал всего 2 недели назад. И основной турнир у меня будет в мае, и пик формы. Ну, в целом, выступил хорошо, план тренера выполнил. Наша цель, главное, это 400 килограмм показать в мае. Хочу сказать спасибо своему тренеру. Наша команда, Аравулс Тим, очередной раз принимает участие в подобных мероприятиях. Вице-президент Федерации РАФ 100% Петр Тищенко нас пригласил. Стараемся показать максимальный результат. Очень сильно мотивирует, конечно, такие мероприятия спортсменов, вообще людей начать заниматься спортом. Тут участвуют, если посмотрите, спортсмены разных весовых и возрастных категориях, и мастера, и юниоры, и дети. Но безумная мотивация. Огромное спасибо федерации. Очень хороший турнир. Я помню, 2013 год, было 5 или 6 участников по бицепсу. Сейчас 2019 год, и у нас уже, даст Бог, больше 100 человек. Спасибо Петру Тищенко, молодец, проводит соревнования. Уровень, ребята, ну, сумасшедший. Я был в турнирах в американских, польских, английских по бицепсу. Такого уровня, как в Харькове, нет. Я думаю, даже вообще в Украине, а в мире тем более. Очень много призов. Спортсмен сегодня только за 2 часа было 5 рекордов Украины. Это о чем-то говорит. В таком же духе желаю продолжать. Главное, чтобы было здоровье, мотивацию мы придумаем с ребятами. Все будет хорошо.